Привет, друзья. Вот интересное дело. У нас же коллективный разум, мы тренируемся, репетируем, как потом мозговые штурмы будем делать, решая глобальные проблемы человека, человечества. И вот это очень интересная, правильная, так сказать, тренировка. Но я что заметил? Мне вот дали совет там участники нашей школы. Участница написала: вы солнечных зайчиков добавьте. А я вот что заметил, что я начал добавлять солнечных зайчиков и разошелся. А каждый мазок, оказывается, это вообще результат, как ты выспался, как ты настроился, что ты почему-то по какому поводу думаешь. Да-да-да-да. И вот я понимаю хорошо, вот я выспался хорошо, и у меня цветная картина, да. Уберу я руки, чтобы не видно было, потому что я там еще не сделал. А это по ходу я пишу, видите? То есть я многозадачник решаю. Я там в коридоре у меня стоит картина. Я время от времени подхожу, когда кисточку вытираю, я там где-то подмажу. Хороший, правда? Теперь я хорошо понимаю, как монахи раньше голодали, постились перед тем, как иконы рисовать, потому что они собирались с духом. Да, и вот тоже зависит. Если у меня что-то не получается, я применяю разные элементы методики ключ. Да, чтобы у нас всегда любой инструмент, даже оружие, всегда работало на благие цели. Даже стресс, чтобы работал на благие цели. Поэтому не забудьте, друзья, когда у нас в четверг будет вебинар, а он будет очень важный и полезный, не забудьте мне там напомнить важнейший вопрос, который у меня все время крутится в голове, но никак я к нему не подойду. Вот с разных сторон подхожу, а как сформулировать, не знаю. Ну, до четверга, до 9 часов, до вебинара я его сформулирую. Не забудьте мне его задать. Как обрабатывать мысль, которая ищет решение? Свой вопрос. Как обрабатывать? По переменным напряжениям, расслаблениям. С какой частотой? В каком алгоритме? Напомните мне этот вопрос. И я вам скажу, да, как делаете озарение по заказу, чтобы мысль сломанная, чтобы вы могли ее собрать, и когда вы соберете, чтобы там не осталось, как в детских игрушках, лишних деталей, чтобы она была свежая, новая идея, совершенно потрясающего качества. До встречи, друзья!